Делегация гагаузской автономии была приглашена в республику для участия в третьем инвестиционном форуме. По словам Михаила Формузала, Гагаузия заинтересована в развитии экономических связей с Приднестровьем. Нас интересует взаимовыгодное экономическое сотрудничество, тем более, что мы знаем, что огромный потенциал промышленного производства есть в Приднестровье, и есть незадействованные резервы, где мы могли бы сотрудничать. В рамках встречи Михаил Формузал выразил президенту республики благодарность за содействие в подготовке кадров. Порядка 120 студентов из Гагаузии получают образование в Приднестровском государственном университете. Наши дети из гагаузской автономии учатся на русском языке в Тираспольском университете. Показывают хорошие знания, есть хороший диалог. И для нас это важно, поскольку идет подготовка высококвалифицированных кадров для автономии. Есть многие специальности, которых нету в кишиневских вузах на русском языке, поэтому наши дети могут эти специальности получать здесь, в Тирасполе. Евгений Шевчук рассказал Михаилу Формузалу о планах по улучшению материально-технического оснащения Приднестровского госуниверситета и строительстве нового корпуса медицинского факультета. Мы будем привлекать профессорский и преподавательский состав с других медицинских учреждений, из московских, для того, чтобы в течение такой перспективы 3-5 лет изменить систему подготовки кадров. Сюзанна Авакян, Александр Савюк, Первый Приднестровский телеканал.